Юридические лица, которые имеют задолженность по налогам за последний год, могут ликвидировать. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по республике предупреждает, что организации, в течение 12 месяцев не предоставившие отчетности и не проводившие операций хотя бы по одному банковскому счету, признают недействующими. Более того, после снятия их с учета, согласно новым требованиям, они не смогут оформить новое юрлицо в течение 3 лет. На сегодня налоговая инспекция направила запросы во все органы, которые бы подтвердили факт осуществления деятельности юридических лиц. При наступлении отрицательных ответов по нашим запросам данные юридические лица будут сняты с учета. Это в основном у нас садово-огороднические товарищества идут, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья, также дачно-садоводческие кооперативы. Поэтому призываем председателей данных некоммерческих организаций активно подойти в налоговую инспекцию и представить отчетность